Всем роган, с вами привет, и очень часто мне писали в комментариях о том, что мы неправильно играем за любовников. Если что, это роль в Among Us. Потому что у любовников есть свой чат в игре, и мы никогда им не пользовались. Но сегодня я попадусь с Олегом, и мы для себя откроем именно этот чат любовников. Но что было дальше, я не буду спойлерить, поэтому перед началом ролика не забывайте залетать в описание, там есть ссылка на ребят и на Twitch. Ну а я не буду задерживаться, погнали. Лаве. Смотрите, да, внимательно, смотрите, думаю, внимательно. Либо Голан... Еще... А, нет, ну, тут давай, знак давай, у меня давай, подсвечивает. Говори. Хочу сказать кое-что, мне кажется, что вот эта вот кнопка, да, вот этот мув, который сейчас сделал Ася, это нифига не показатель вообще того, что он мирный игрок. А где чат ваверов? Как чат ваверов включить? Нормально, как бы, диалог ведем. Гениально, максимально. Ладно, я не буду свечить, не пофиг. Так, на чьих глазах знак камень прородился? А камень? Что это за хуйня? Это на глазах медузы. На глазах медузы, я считаю. У нас медуза есть! То есть, смотри, если мы сейчас стояли в той комнате, это же прикинь, насколько для медузы было идеальное просто место убийства, реально превращение. А на всех разве можно? Короче, получается, Олег медуза. Я в прошлом раунде для вас был Джестером, теперь тут! Это не Олег, Олег в другой раунд. По-моему, она за раунд может, по-моему, двух человек только в камень превратить, по-моему, если не ошибаюсь. Там один камень, одно убийство. Ураган был еще там. Ураган, Знат, Чупик. Но это не Олег, я его 1000000% отбеляю. Это и не Джонни, я Джонни не видел там. Только в самом начале, только в самом... Да, Аси тоже не было. Я-то понятно. А где вы нашли камень? Хоть даже был. Он прям на этом стоял. У человека пульса. Да как будто... А, типа он там и остался, получается? Так что ж там? Да, наверное. А я не понял даже, что он сиреет. Сейчас я чинил, я Аси и Голландский бежал туда, а остальные я не знаю, где были. Голландский с нами был. Голландского не было. В смысле, Голландский с нами бежал. Нет, я на свет прибежал. Он на свет бегал с нами, саботаж чинил. Нет, он сидел. Я только тебя видел, только тебя видел. Но! У меня вопрос кофе сейчас. Кофе вопрос теперь. Короче, когда мы толпой стояли, кофе в проходе стоял там, где медпункт. Поняли вот эти двери? Вот. Как только свет потух, кофе побежал направо. Я переписывался с этим человеком одним. С кем? Но я не могу раскрывать пока что все свои карты, поэтому я... Да. С промышкотом на фите? Да алло, это не Олег! Вы чё, с ума посходили? Вы чё? Так никто его не кикнул. Куда вы собрали? Два голоса у меня. Это по-любому проголосовал импостер. Аси, вот просто... Подождите, логика Аси. Он сначала говорит, что знать, дебил, у нас один импостер, один ковин, теперь говорит, это ураган и кофе. Ну да, один ковин из вас. У нас один дебил, а не ковин. Так, ты где? Пойдем в лабу. Там сидеть будем. Тата бежит. О, здорово, Олег. Олег, ты куда? Только, Олег, самое главное, не убивай. Я, если что, тебе помогу. Не бойся. Я тебе в любой ситуации помогу. Олег, а что Олег делает? Он, походу, ретрибрет его вниз. И он просто трупы ищет. Смотрите, внимательно. Это не Олег 100%. Спасибо, Но. Возле Тато, на датчиках, сейчас Джонни каменный. Я стоял на датчике, я тебе клянусь, я даже могу тебе сказать, блядь. Вы вдвоем там стояли, я мимо вас пробегал только что. Да, ну типа, Джонни был серый. Кто на каком месте, блядь, хуячит? Я хуй знает, блядь, у меня экран был открыт, блядь. У меня красным голландский подсвечивает. Аси вроде был слева, что-то мусор выкидывал. Остается Чупик и голландский. Ребят, так как голландский. Прежде чем меня обвинять, пожалуйста, не репортите трупы. Ты очень вовремя, кстати, говоришь. А трупов-то, кстати, нету, есть камень только. Есть камень только, а трупов нет. Мне достаточно этого. Ну давайте, короче. Меня тогда, блядь. Нас голландский. Меня кикать нельзя, потому что мне надо просто... Ну, я люблю жить. Я, короче, вкинул таты. Жизнь, счастье. Голландский, ты у меня красно подсвечиваешься. Понял? Так это не важно. Это важно. Так, а подожди, кого в голландском надо было? Олег Тата, я в Тата проголосовал. Ну, конечно, Олег, если я один у тебя красным. Да, один. У нас один. Значит, это фейк, потому что 100%. А что ты мне сделаешь? Камень превратишь, да? Или что ты мне сделаешь, а? Короче, ребят, если вы меня сейчас кикаете, заметьте, что у урагана только один человек красным подсвечивается, а так как я не импостер, значит, он мутит. Так у нас один импостер, если что. У нас один импостер. Да, я и говорю, а я не импостер, поэтому... Она нахуй работает.
Да, да, извините, уже меня пол, да, но она... прикол в том, что она не двоих не показывает. Да. Она одного меня показывает, ураган. Понимаю, это понимаю. Бейкон, ураган, ураган мирный, вы кого куда вообще голосуете, вот скажите? Возможно, он и мирный, но с этой фигней он точно ошибся. Олег, что делаем? Мне кажется, меня хотят заморозить. Олег, беги. Беги, Олег. Просто убегай. За нами бегут, Олег. Надо убегать. Очень срочно. Надо убегать. Убегаем, Олег. Убегаем. Максимально быстро убегаем от них. Налево, пойдем на левую руку. Ну их нафиг. Пожалуйста, можно нас не того самого? Чудо долго! Можно вопросик? Можно вопросик? Да. Я голландский не чинил. Я вот ждал слушай, тебя, слушай, да. Слушай, вот слушай сейчас. Нахуя ты меня ждал? Послушай, блядь, я кнопку нажал. Давай. Базарь. Мы когда, вот помните, мы все вместе вчетвером бежали туда, в этот, вы уже да. Нажали кнопку, угу. Чтобы перейти дальше. Да. Мы когда шли обратно, я сквозь стены видел ник голландского, он стоял на норе. Да, вот, в туалете стоял. Да, на норе стоял. Да я вам потому что говорю, моя задача вы. Короче, я чинить, оказывается, не могу. Реально. Он не чинит ничего. Вы тупые, что ли? В любом случае, это... Ну я... У меня я не могу ничего делать, потому что вы задолбали. Так он сурвивер. А, да. Да, блин. Ты не мог сразу сказать, что ты сурвайвал? Ну мы не раскрываем прямо полностью роль. Я вам 10 раз это сказал. Бесполезная роль. Ну и что теперь? Да, я бесполезный. Аси, ты идиот. 10 раз сказали, что я мирный уже. Смотри, это ураган! Ребят, слушайте! Да не кричи! Я красным бы урагана не показывал. Да, ну, ураган мирный, ураган мирный, ураган мирный. Вас микрофоны просто дисторшат конкретно. Вам просто 10 раз говорят, что типа я и ураган мирный, на это есть одна причина и все, потом ладно. Которую вы узнаете. Хорошо. Давайте кто громче крикнет. Я, блядь, сейчас так крикну, охуеете. Проголосуй, пожалуйста. Я наушники сейчас микрофон проверю. Сейчас, смотрите. Проверяю микрофон. Все. А, чего? Вот-вот, Гылыч, блядь, ты всегда так находишь. Громкость увеличилась, отвечаю. Чего? Это потому что ты писатель, громкость увеличилась. Винда сраная, потому что. Согласен, туда ее. Давайте побыстрее, пожалуйста, ребятки. Мдэм. Мне кажется, мы предателя выкинули это уже, по-моему, или нет? Нет. Мне кажется, не, Медуза-то могла вполне, ну, типа, предателя убить же. Это пиздец. Так. Ну, сейчас по факту, ну ладно, все, тихо. Нам надо кикнуть. Всех остальных как-то. Должны остаться только мы, чтобы выиграли. И точно не им. Нам проще будет. Погнали. Эх, ладно. Олежа. Как так? Подожди, на левой руке кто? Опа, левую руку мы воссоединили. Здравствуйте, господа. Олег, просто убегаем от них. Они за нами бегают, они хотят нас убить. Вот этот вот особенно. Мне не нравится Аси, я хочу его кикнуть. Ребят, я все, конечно, понимаю, но можете, пожалуйста, не бегать за вот мной. Вот реально, меня Аси напрягает. Знаете просто в чем прикол? Вы бегаете, и я чисто из-за этого не хочу просто останавливаться, потому что я подозреваю, Аси, что среди вас может красный. Быть медуза. И если я хоть на секунду остановлюсь, вы меня в камень превратите, мне и все. Мне кажется, как что медуза быть? Аси, потому что Чупик уже быть? Давно сказал, что Тато в тот раз стоял на датчике возле окей, него окей, только... А чё ты на самую первую катку скажешь, когда я обелился кнопкой? Ничего. А, кстати, реально, он же вот был, это да, это всё. Этого да, не было, это было тогда. А, я же забыл уже, кстати, про это. Да, я тоже забыл, так ты напомнил нет, бы про это. Нет, в этой катке уже... было вроде. Вот, напомнил. Да, в этой катке в... было. Нет, это в этой было, в этой, в самом начале, да. А. Тогда, смотри, тогда, ну, не, 100%, у меня Чупик, Аси. 100% не я, 100% не ураган, тогда либо Чупис, либо Тата. Кто-то из них двоих. Чупис. Бля, я же сказал, я этот, блядь, оживлятель. Вы не понимаете, что это? Ни разу не видел, что хотя бы один труп поднял. Что я не видел трупов. Трупа, блядь. В смысле, три трупа на голландском? Это не труп, это камни. Блядь, я стоял около знатого, он был камнем, я ничего не мог, блядь, сделать. Надо было сначала, ну, кирку достать, сломай камень. Голландского выкикнули. Тело вытащить. Убейте Аси, чтобы я его воскресил, чтобы он заткнулся и перестал на меня гнать. Давай, Чупик. Давай. Let's go. Суки. Я реально ретрубить его не избыл. Ну ладно. Я Васе голосовал. Тогда выиграет ураган. Ну, Ася, это капитан. Так, подожди. Нам надо. Нажми кнопку. Подожди, мы вот тут стоять должны, вот тут. Нажми кнопку. Не, Олег, не бойся, нажми кнопку. Олег, не подходи туда! Тато, не подходи. Нас кнопку, нет? Нажми кнопку! Кнопку нажми! Аси, балбес, его сейчас заморозит, у нас кнопки нет. Ну, пожалуйста, нажми кнопку. Ну все, это жопа нам. Аси, говно. Это было очень близко, чтобы выиграть за гребаных лаверов. Это была бы история, если бы мы выиграли за лаверов. Ну все, ГГ.
Что? Видимо. Тато-тато. Как так может быть? Господа, господа. Дади Осяси. Где этот Аси, ёбаный, блядь? Да ты, в принципе, можешь нажать кнопку, и ты останешься с ним. А, не, не нажимай. Я не могу нажать кнопку, блядь. У тебя тоже кнопки нет? Да, в этом. А, ну все, ГГ. У Аси тоже кнопки нет, у нас кнопок где не было. Где этот дебил, блядь? Да чё? Все. И чё, блядь, делать? Гандон, блядь. Должно тебе. Да все, ну Тата выиграл, по идее. Да, надо, чтобы кнопка была. Не, на самом деле... Импостер, импостер, за... А Тата проебал, все, он не может... Импостер, давай, 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 уехали! Кнопку еще надо. Реактор, реактор! А, саботаж, Олег. Стоп, так вы можете еще Олег, это, блядь, нет? Олег, ты импостером был? Да, блядь, всех отхуячил, видя нахер, блядь. Как ты ураган Олег доверил, если он... Олег мутил, я не знаю, Ураган миллион раз всегда говорили, что Visionary, блядь, хуйня ебаная неработающая. Так, алё, я лавер, мне сам равно, что... А я предатель, а я предатель. Ты не мог сказать, Олег. Так выигрывай давай кофе. Олег, мы могли так выиграть спокойно. Так я чё, ну тупо... Олег, я залез в ботаж. А я не могу, ничего не работает. Я выиграл, бля, он даже не... Не, мирные задания выполняйте быстро. Да, бля, что нахер? Ща, бегу уже выполнять. Тато, ты должен был оставить кнопку, чтобы сделать собрание, и ты остался один на собрании. Я просто увидел, что ураган в камень превращается. Я хотел подбежать к Тату, убить его, чтобы и сразу зарепортить, чтобы все, ну, выиграть просто. А в итоге, короче, я просто начинаю двигаться и просто в камень превращаюсь. А там такое времени было. Да, да, ты секунд 20 бегал туда-сюда. Я не видел, я поздно заметил. Бля.